Уже не первый год представители ведущих клиник со всей страны собираются, чтобы обменяться опытом и рассказать о том, как они решают вопрос с обработкой и стерилизацией медицинских изделий в лечебных учреждениях. Конференция, проводимая совместно с компанией «Белла Восток», посвящена вопросам обработки медицинских изделий в медицинских организациях, вопросам предстерилизационной очистки, стерилизации, контроля этих процессов для обеспечения безопасности оказания медицинской помощи. Кроме темы стерилизации, мы организуем конференции, посвященные хирургам, врачам в области применения грыжевых сеток, в области операций. Поэтому тема стерилизации – это одна из нескольких тем, чем мы занимаемся. Медики – люди занятые. Многие в силу загрузки не смогли приехать, но следили за ходом конференции онлайн. Всего же в этом году в ней приняли участие около 200 работников. В зависимости от методов использования и конструкции инструментов применяются различные материалы и сплавы. И если посмотреть, да, из чего сейчас состоит новый современный медицинский инструмент, но это практически вся таблица Менделеева. Среди множества тем одной из основных стала работа стерилизационных отделений в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Медики подтвердили, вопрос сейчас очень актуален. Интересует такая информация, как в условиях пандемии, то есть виды стерилизации, виды упаковок стерилизации и какие существуют новшества в этой сфере. Подобные конференции направлены не только на обмен опытом, но и на продвижение и внедрение новых технологий, которые продолжают непрерывно развиваться, что в конечном счете позволяет сделать оказание медицинской помощи еще более эффективным и безопасным. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева, «Видное ТВ».